Тем временем Следственный комитет Якутии возбудил уголовное дело по факту затопления рудника «Мир» 4 августа 17, в 17 часов по местному времени. В результате стока воды произошло затопление подземного рудника, в котором на тот момент находилась технологическая смена в количестве 151 человека. В настоящее время на поверхность поднято 143 работника, трое из которых находятся в больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Продолжаются спасательные работы по эвакуации оставшихся 8 заблокированных в шахте людей. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователям продолжается осмотр места происшествия. Опрошены 94 работника предприятия, которые непосредственно в день происшествия производили работы на карьере. Назначены судебно-медицинские освидетельствования пострадавших. На предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе должностные инструкции всех работников.